Кто не знает белорусских продуктов питания в мире? Все знают. Ну, я часто говорю, наш старший брат что-то капризничать начал. Наверное, перцу пересыпали в эту колбасу. Качественный продукт наш не пускают. Почему? Конкурировать не могут. Евросоюз не отравился. Нормально расширяем. Китайцы просят больше поставлять нашей продукции. Здесь непонятная возня. Но, тем не менее, мы же понимаем, что продукты питания белорусские – это самое лучшее в мире. Качество их хорошее.